Здравствуйте. Наталья Дмитриевна, вызывали? Заходите. Ну что еще наш оборванец опять натворил? А вот, полюбуйтесь, что он сделал. Дима, это что такое? Ты опозорил нас на всю школу. Что мы теперь будем делать? Несокрушимый стоит бастион, символ армейского спорта он. В спорте армейцы идут словно в бой, каждый сражается как герой. Так пусть сияет и расцветает, сверкает золотом побед. Наш клуб любимый, непобедимый, нигде такого больше нет. Вот, другое дело. Но ведь можешь, когда захочешь. Нигде такого больше нет.